Всем привет! Вы на канале Happy Kids. Ребята, посмотрите, кто у нас сегодня в гостях. Ой, да это же команда октонавтов пришла к нам сегодня почти в полном составе. Октонавты – это смелые морские исследователи, которые живут на подводной октобазе. Их девиз – изучать, спасать, защищать. Они изучают подводный мир и всегда придут, когда кому-то нужна помощь. Давайте познакомимся с каждым из них. Это их капитан Барнаклс. Это смелый полярный белый медведь. Но кроме того, что он такой смелый и храбрый, он еще очень любит играть на аккордеоне и вести свой капитанский журнал бортовой. Давайте посмотрим, какой же сюрприз он нам принес. Что же тут такое? Вижу колесики. Это, наверное, какая-то заводная штука. А, какой ты хорошенький! Ты же маленький пингвиненок с резиновыми лапуськами. Такой классный. А что ты умеешь, дружок? Хорошо бегаешь, маленький малыш, пингвиненок. Очень даже может быть, что ты будешь сегодня нашим чемпионом. Маленькие желтые смешные лопатуньки. Постой здесь, подожди, пока мы достанем остальные сюрпризы, которые принесли нам остальные октонавты. Так. Это наш доктор. Его зовут Пейза. Он самый большой эксперт в накладывании повязок, и он все время носит с собой вот этот чемоданчик, в котором бинтики и ватки, и вообще куча всяких полезных вещей, если вдруг кто-то заболел. Еще он когда удивляется, или же что-то идет не так, он говорит: «Ласты плавнички!» Пингвиненок Пейза, покажи нам, что ты принес. Ласты плавнички. Это кто у нас тут такой? Это чья попа и чей хвостик? Милый совенок. Уху, уху, уху-ху. Давайте посмотрим, как ты умеешь бегать, ездить. У тебя же тут немножко, колесики. Ты такой деловой. Маши своей головкой. Крути вверх головкой. Хороший такой милый совеночек. С ушками и с колесиками. Становись возле пингвинчика и подожди, пока мы откроем остальных ребяток. Кто же вот это вот такой? И это, ребятки, Квази. Это еще один исследователь из команды октонавтов. И это котик с пиратскими корнями. Видите, у него какая штучка на глазике. Он ее иногда поднимает. Говорит: «Вырви мне усы, я самый пиратский кот». Что ты, кися, нам принес? Покажи. Что? Клац, клац. Зубастый крокодил красный. Красивый такой. Мне кажется, что мы еще, когда его заведем, он поедет, он сможет вот так вот ротиком делать. Клац, клац, клац. Правда, крокодил? Я не ошиблась? А ну-ка, порадуй нас своими зубками. А куда это тебя все время поворачивает? Плац, плац, плац. Плац, 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 плац. Такой вот, смотрите, у него розовые щечки. Какая прелесть, розовые щечки у крокодильчика. Стой тут. А это что за парочка? Вот эту девочку, зеленую зайку, зовут Твик. Она инженер. Она может делать любую технику и отремонтирует, и новый октошлюп построит, самый прочный в мире. А вот этот маленький карапузик-пищалка, это Тюнип.
Он в команде садовник и повар. Печет самые вкусные плюшечки на свете. Давайте развернем, посмотрим, что они нам принесли. Как говорит вот эта вот девчонка-инженер, мы откроем это яйцо быстрее, чем ты успеешь сказать грядка сладкой, гладкой морковки. Так. Ой, бум. Ой, бум. Что это там торчит из яйца? Уши, и тут уши. Может быть, там внутри твик и сидит? Только твик с голубыми ушами? Ку-ку. Ку-ку. Это же крошек, маленький крошек. Из смешариков крошек. Такие же у него зубы. Ну, или какой-то просто другой тоже круглый, голубой, ушастый заяц. Мне кажется, он будет прыгать. Правда, зайка? Давай. Да не так. Еще чуть-чуть попрыгает, и уже все. Почему вы все туда идете? Вас там не видно. Не ходите туда, ходите в другую сторону. Все, наскакался. Да, зайка, бегайка. Ну, вот такие вот сегодня у нас тут ребятки. Давайте вместе мы узнаем, кто из них самый быстрый. Всех четверых я, наверное, не смогу завести, они какие-то огромезные. Давайте будем по двое. Сначала у нас будут соревноваться пингвиненок и крокодил. Такая вот необычная команда. Зубастый. Ого, какой грозный. Не съешь только нашего пингвиненка, он нам нравится. На старт. Внимание. Да. Ну, ты победил, дорогой Злюка. Да-да. Пингвиненок выбывает. Стоит у нас вот здесь в сторонке. Не-не-не, поздно уже, поздно. Все, надо было вовремя бегать. Стой. Так, а теперь у нас посоревнуются зайка и совенок. А потом тот, кто победит, будет соревноваться в финале уже с очень быстрым крокодилом. С самым быстрым крокодилом на свете. Поехали! На старт! Внимание, марш! Заяц, почему ты опять стоишь, заяц? Ты приехала показать, какая ты быстрая, да? Прямо вот так вот пришла покрутить своей головой умной. Да, я самая быстрая. Я буду соревноваться сегодня с крокодилом. Ну хорошо, заслужила. Заяц с пингвином становятся зрителями. Выбывают из участников. И нам осталось определить финалиста сегодняшнего забега. На старт. Внимание. Что? Крокодил победил и уехал. Вышел за пределы кадра. Молодец, крокодил. Пожимаю тебе лапу. Ты сегодня самый шустрый зверь. Вот. Становитесь все сюда и попрощайтесь с нашими друзьями, зрителями, ребятами. Такие вот сегодня нам попались сюрпризики. Кто-то быстрый, кто-то не очень, но все равно очень милый и веселый. На сегодня все. Оставайтесь с нами. Подписывайтесь на наш канал. Пока-пока. До новых встреч. Выбирай новые видео, которые хочешь посмотреть дальше.